Славянск расцветает. В этом можно убедиться, взглянув на городские клумбы, которые уже начали украшаться первыми небоящимися заморозков цветами. Ежегодно ко дню освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 23 марта, сотрудники общественно-социального центра города завершают первый этап озеленения. О красках весны наш следующий материал. Вот это сорта голландские. Они ниже ростом, крупноцветочек, а вот уже наши, которые мы сами. 8 небольших теплиц, которые находятся в расположении общественно-социального центра Славянского городского поселения, это и есть Святая Святых, в которых выращиваются первые виолы, в простонародье анютины глазки. Их здесь холят и лелеют, высевают в августе, чтобы к середине марта получить большие и яркие кустики. Крупные голландцы с огромными цветами соседствуют здесь с мелкоцветными, семена которых сотрудники ОСЦ собирают самостоятельно. Но заботятся здесь одинаково хорошо о каждом, ведь эти цветы станут одним из первых украшений города. Выращивать свой посадочный материал в городе стали не так давно, но опыт этот оказался более чем успешным. Практикуем это уже второй год. В прошлом году у нас было за год высажено и выращено около 30 тысяч цветов. В этом году мы тоже планируем такую же цифру. Но до конца весны, то есть мы планируем высадить еще 30 тысяч уже более теплолюбивых цветов. Это у нас будет петунья, это у нас будет тагетис, это у нас будет бальзамин. Вот. То есть все клумбы, ну большинство, скажем, на 50% будут украшены этими цветами. Теплая зима этого года позволила специалистам города заниматься озеленением уже в январе. В этот период они высадили более 200 кустов и деревьев в новом молодежном парке. На очереди цветы, газоны и создания в парке Альпийской горки. Высадка летников началась с парка в центре города. Также будут украшены все привычные места. Всего в этих целях сотрудники ОСЦ вырастили порядка 12 тысяч кустов цветов. Мы занимаемся не только посадкой цветов. Сейчас другая бригада, она занимается у нас в аллее любви. Значит, там у нас белки, если видели домик с белками. Мы занимаемся благоустройством вокруг этого домика. И еще что планируется такого глобального, это посадка деревьев в количестве 28 штук. Это у нас будет слива, вот, это по улице Красной между Колхозной и Рыночной. По учетной стороне мы убрали все старые деревья и посадим новые. Красоту и ухоженность Славянска отмечают его жители и гости. И за это чувство уюта во многом мы должны благодарить именно сотрудников общественно-социального центра, чьими руками создается и поддерживается эта красота. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».